В игровых залах куриная лихорадка. Ведь PUBG Player Unknown's Battlegrounds. Игра, и так славящаяся своей сложностью, собираются толпы и очереди посмотреть, кто сможет пройти на знаменитый третий уровень. В этом выпуске Quarter Reporter'а. Мы окунемся в историю зарождения Battlegrounds. Но это не сказочка о раннем доступе, которую вы слышали раньше. Присоединяйтесь к нам в воспоминаниях о забытой первой версии PUBG. Или точнее, PUBG. PlayerUnknown's Battlegrounds. Да, это мы с Джессикой. 30 лет назад. Моя первая работа в этой индустрии. Ох уж эта игра. Подкинула нам проблем. Чертов автомат постоянно вырубался. Мы все исправили. Но пройти игру до конца не смогли. Было офигенно сложно. Разработчики хотели, чтобы мы стали королями Конга. Но мы с Джессикой просто не могли дойти до конца. Я обожаю игры. Но игрок я ужасный. PUBG. Моя старинная подруга. Курочка, которая не выжила. Так и бегала, пока ее не забыли. У нас со Стивом был месяц на проверку качества игры. И обычно этого достаточно, но мы не могли пройти дальше второго уровня. Я хотела, чтобы нам дали больше времени, но нам сказали, что до третьего уровня не дойти, и игру выпустили. Первую неделю все шло хорошо. Люди учились играть. На третий уровень еще никто не попал. Все было в порядке. Но потом игроки сделали то, что умеют лучше всего. Научились играть. Через неделю дойти до третьего уровня перестало быть проблемой. Но каждый корпус, который запускал его... Очередной сбой электросети связывают с новой видеоигрой. PUBG. Давка в игровом зале. Новая аркадная игра, PUBG, просто загорелась. Игровой зал был заполнен дымом. Его называют проклятым автоматом. Вскоре отозвали все автоматы. Мы нашли заводской дефект во всех материнских платах, исправили его. Но было уже поздно. На смену аркадным играм пришли домашние консоли. Насколько я знаю, все автоматы уничтожили или закопали на свалках Невады. А жаль. Долгие поиски привели к последней зацепке. Да, те автоматы были неисправны. Но чтобы прокляты? Нет. Скорее, им крупно не повезло. Жаль, потому что игра-то ничего. Я вот только в обед играл. Стой, как играл? Проблема была в железе. На ПК работает нормально. Запуск был неудачный. Со всеми играми бывает. У нас автомат на кухне. Хочешь посмотреть? Хочешь. Идем. Ого, это он! Это он, первоисточник Battlegrounds. Первый куриный обед, благодаря ему мы здесь. И он работает? Да, ну, мы его починили, но осталось ему все равно недолго. В автоматы сейчас особо не играют. Игра у нас на компах, там и играем. Или в PUBG, да? Кстати, ты знал, что у PUBG уже 4-я годовщина? Недавно отремонтировали весь офис. Пойдем, покажу тебе все.